Здравствуйте, меня зовут Марина, и вы находитесь на канале Marinella Beauty. В последнее время косметическую индустрию захватила эра корейской косметики. Я тоже поддалась искушению и вступила в ряды любителей корейской косметики. Постепенно я перехожу на чисто корейский уход, и поэтому стала изучать много информации о корейских лайфхаках красоты. Мне очень понравилась система очищения кожи кореянок, называется она 4-2-4. Система 4-2-4 состоит из трех этапов. Первый этап – это очищение кожи гидрофильным маслом. Кореянки используют гидрофильное масло дважды в день. Это необходимо для того, чтобы с утра очистить нашу кожу от силиконов, оставшихся от ночного крема. Сами по себе силиконы никак не влияют на состояние нашей кожи, однако при неправильном очищении могут закупоривать поры и вызывать воспаление. Для очищения по системе 4-2-4 лучше использовать гидрофильное масло корейских производителей. В своем инстаграме, ссылочка будет ниже, я проводила тест, который показывает, почему гидрофильное масло корейских производителей лучше каких-либо других аналогов. Наносим гидрофильное масло на сухую кожу и 4 минуты делаем легкий массаж, особое внимание уделяя зонам проблемным и Т-зоне вашего лица. Вторым шагом будет умывание корейской пенкой в течение 2 минут. В корейской системе умывания существует два вида пенок. Первое – это мусс, который сразу дает густую пену. И второй вариант – это пенка, которую необходимо взбить в густую пену с помощью специальной сеточки. Это сеточка для взбивания пены. Ее вы можете заказать в интернет-магазине корейской косметики или сделать своими руками из мочалки. Для этого просто отрезаем необходимый кусок мочалки, сетчатой мочалки. Теперь наносим пену. Нам необходима маленькая горошинка, это еще и очень экономно. Этого нам хватит на все лицо. Видите, у нас получилась густая пена. Это эффективнее, чем умывание муссом, который дает легкую воздушную пену, но затратнее по времени. Наносим на все лицо. И умываемся в течение 2 минут. Третий шаг – это очищение кожи водой. 2 минутки теплой водичкой и 2 минутки холодной водичкой, прохладной. Такое умывание сразу же скажется на состоянии вашей кожи. Поры будут чище, кожа на ощупь станет намного мягче, а жирный блеск будет появляться позже. Я надеюсь, видео вам понравилось. Поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. И не забудьте подписаться на мой канал, где я делюсь с вами секретами красоты и ухода за кожей. Ну а на сегодня все. Встретимся в новых видео. Пока-пока!